Работать на опережение, усилить взаимодействие между ведомствами и быть максимально открытыми. Глава Самары Елена Лапушкина призвала городские службы заранее готовиться к грядущим снегопадам и обеспечить информирование жителей о том, как идет подготовка и уборка снега в городе. Эту тему обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. В нем приняли участие председатель городской думы Алексей Дегтев, председатель общественной палаты Самары Габибулла Хасаев, руководители профильных департаментов и главы внутригородских районов, которые лично координируют работу всех служб на вверенных им территориях и осуществляют коммуникацию с жителями. Выход в 5 утра дворников и техники должен быть. Глава районов лично контролирует вместе с заместителем. Это касается и наших муниципальных учреждений, которые контролирует лично Олег Владимирович. Пошел снегопад, и едем проверять. Поручения были сформулированы на основе анализа обращений жителей, поступающих через социальные сети и платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе». Работать с обращениями самарцев в социальных сетях помогают муниципальный центр управления и центр управления регионом. Благодаря им каждый день городские власти получают аналитику проблемы наиболее острых вопросов. Вы получаете телеграмму с прогнозом погоды, с выпаданием осадков. Я обращаюсь к коллегам из районов, главам, чтобы лично брали на контроль вот эту работу. Телеграмма, как правило, приходит за сутки, а то и двое, с ориентиром на снег. Хотелось бы, чтобы была сразу после этой телеграммы проведена на всех уровнях организационная работа. Это касается и МБУ, это касается и квартальной территории, это касается управляющих компаний, касается дорожных служб. Напомним, что за уборку дворов отвечают управляющие организации УКАТ, ТСЖ, ЖСК. За внутриквартальные дороги и проезды ответственны администрация внутригородских районов. Улично-дорожную сеть, остановочные павильоны содержат МП благоустройства и подрядные организации. Их работу координирует Департамент городского хозяйства и экологии. Все собственники объектов, расположенных на территории города, обязаны сами обеспечивать чистоту прилегающих территорий и обработку реагентами в случае гололеда. Если собственники и управляющие организации не выполняют своих обязательств, административные комиссии районных органов власти собирают об этом материалы и направляют их в надзорные органы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.